Приветик всем, ребята, Кента ПК на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кента ПК вам расскажет, как же можно совершенно бесплатно получить любой крутой секретный нож. Но, ребята, перед началом этого крутого видео вы просто обязаны мне поставить лайк, подписаться на мой канал и написать хороший комментарий, потому что если вы все это сделаете, то у вас будет шанс получить 1000 бс-голды от меня. Так что, ребята, не ленитесь, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите любой положительный комментарий. Ну а теперь самое интересное, как, ребят, можно получить секретный нож? Вы просто берете, заходите в блок Strike, и вы, ребята, получаете 300 бс-голды. И на эту голду вы можете открыть секретный кейс, и, возможно, вам повезет, и вы, ребята, выбьете новый секретный нож. Все это, ребят, довольно-таки просто, и все это работает. Потому что у Black Strike день рождения, и там такой вот вам подарочек приятный. Но если, ребят, не выпала голда с вашего аккаунта, вы берете телефон вашего папы, мамы или еще кого-то, на него устанавливаете Black Strike, на него получаете 300 голды и открываете опять 3 кейса. И так, ребят, ваши шансы увеличиваются. Также, ребята, я хочу провести небольшой эксперимент. Я ничего не донатил, и мне, ребят, интересно, можно ли без доната выбить что-то ценное. Ну что же, поехали. У меня, ребят, есть 300 голды, которые я получил совершенно бесплатно, потому что у Black Strike сегодня день рождения, и я, ребята, на них открою 3 секретных кейса. Ну что же, поехали. Блин, ребят, если мне выпадут тычки, я буду просто визжать как девочка. Так, и мне выпадает. А мне, ребята, выпадает? Ничего себе! Хотите прикол? Ребят, этого скина у меня раньше не было. То есть, да, это говно. Но, камон, у меня не было этого раньше. Я, считайте, совершенно бесплатно на халяву получил скин на УЗИ. Ну, блин, это прикольно. Давайте дальше. Открываю кейс номер 2. Там был нож, второй нож, третий нож. Ё-моё, ребят, там 3 ножа прилетело. Я в шоке. Мне выпадает... Блин, Вамиса. Блин, ребят, но, к сожалению, данный топорик у меня уже был. И давайте-ка мы откроем третий секретный кейс. Поехали. Что же мне выпадет, ребят? Давайте держим кулачки. И мне выпадает... Пожалуйста, что-то хорошее, пожалуйста. Опупеть! Легендарное качество. Блин, ребят, я в шоке. Блин, ну это круто. Это круто. Знаете, единственный минус этого, то что у меня данный скин уже есть. Но, ребят, ну все равно прикольно. Я на халяву получил 3 крутых скина. Блин, ну на халяву, ребят, это прикольно. А теперь, ребят, смотрите, самое интересное. Как можно получить еще, внимание, еще 300 бс-голды. При этом даже не брав телефоны у ваших близких. Вы, ребят, просто выбираете не ваш аккаунт обычный, нажимаете другой аккаунт и авторизуетесь с него. То есть это, ребят, просто создаете левый аккаунт Google, с него заходите в Black Strike, и вы опять получаете 300 бс-голды. Ну что же, я вам, ребят, хотел бы еще рассказать про одну очень интересную и очень годную идею. Ребят, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, если вы согласны, а также напишите хэштег «Новогодний кейс». Ребят, смотрите, что я хочу. Я, ребят, очень хочу, чтобы добавили новый секретный новогодний кейс. И чтобы его добавили, ребят, только на 31 декабря. Знаете, как будто Black Strike нам дарит такой маленький подарочек на Новый год. И чтобы, ребят, именно в этом кейсе был очень большой шанс выпадения секретных ножей. А именно 5%. Ребят, всего лишь один день в году. 31 декабря. Мы многого не просим. Это было бы очень круто, и это был бы очень хороший подарок. Ребят, если вы со мной согласны, то обязательно поставьте лайк и напишите ваше мнение в комментариях. Ну и, в принципе, ребят, на этом все. Надеюсь, я вам рассказал, как вы можете совершенно бесплатно получить крутые секретные ножи. Поэтому, пожалуйста, ребят, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.